У нас в пакет, блядь, заползла мышь. Сейчас мы будем проводить операцию по ее извлечению. Старший Димка, Норман, давай. А, вон она. Блядь, не бойся, делай, что хочешь, мышь достань. Она мои чебуреки сожрала. Вон она. Блядь, тут не видно ни хера. О, сейчас у меня фонарики, сейчас я фонариком буду светить ей в рыло, блядь. Где она, где? В нижнем? Да. О, заебись. Сейчас она... Пошла, пошла, деньги. О, блядь, мышь, 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 мышь. Хуярь ее. О, такая красивая, стой, такая красивая, блядь. Прыгай. Боится, блядь. О, такая красавица вообще. Стой, 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 не шугай. Так она ручная, ёптай. О, вообще заебись такая, мышь красная, классная. Это у Лёвы такие живут, красавицы, блядь. Боится, блядь, высоко прыгать-то. Вообще, такая красавица. Эй! Хомячок! Блядь, ну-ка, задний ход нахуй. Че, будем ее хуярить или, блядь, пожалеем? Больно уж красивая. Пусть у помещика живет, да. Блядь, он, наверное, не в восторге будет, чтобы ему мышь, блядь, занесли домой, нахуй. Как ты думаешь? Когда я? Вон, 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 блядь. Пошла, пошла. Спряталась. Как сейчас мы это кушать будем? Во-во-во-во-во. Ой, блядь, домашнее животное, ёпты. Все, она, блядь, ушла в Нарнии. Ну ладно, что. Надо ей что-нибудь пожрать вынести.